Should be fine. One token is enough, you know. You don't need more than one token anyway. Поехали. 66. Бля. За что? За что эта грёбаная пушка опять? Еще на таком хп низком. А еще и с IBS. Ой, бля. Это охуенный старт. О, нам жопа. Нам жопа. Это плохо. Это прям набор охерительно плохих айтемов. Потому что один тебя дамажит, как последнюю мразь, за любую тычку, а второй хуй пойми, что делает. Высирает бомбы на пустом месте. В самый неподходящий момент. И всякое такое. Это пиздец плохо. И как бы меня дамажит и то, и это. Эта хуйня дамажит за любую тычку. И эта хуйня типа помогает эту хуйню прокать. Короче, блять, это очень печально. Это максимально печальный старт. Ну, посмотрим. Да, у нас Last Token в такой прям... В хорошей такой опасности. Ну ладно. Посмотрим, с этого выйдет. Просто типа IBS, он прокает всякую хрень. Типа диарея может в Усхаруме прокнуть. И типа я хз, что там делать тогда. Ох, поехали. Как быстро, ты в говне полном при этом. Как IBS прокает? А чё вообще он типа... По таймеру прокает? Чё он прокает? IBS? Или от слез? Я вот пытаюсь понять. Типа я стреляю, ничего не происходит. Возможно, это в активной руме происходит. Типа, чтобы рума была не пустая. Может, и в этом прикол. Давайте я буду пытаться не стрелять тогда. Тупо одной пушкой играть. Нет, пушка тоже прокает. Понял. Активка. Это еще минус дэмэдж. Я что-то не беру, наверное, сейчас, да? Я пока это не беру. А, просто в рандомные моменты, да? Угу, понял. Хуенно айтем. Бери, пока не хочу, потому что у меня синергия. Блин, а почему тут столько какашек черных? Найс. Это хорошо. У меня тринкет, господи. Я троллю. Тринкет. Все. Это тринкет хороший. Это на самом деле неплохой тринкет. В смысле, господи? Бомба. Господи, у этих мух теперь дэмэдж огромный, как в ванили сделали. По флешайзаке, вернее. Ужасно. Как же, сука, страшно. Активка. Ну, очень дорогая. 15 копеек, где их найду? Ну подожди, в пустой руме же она же нихера не будет прохать, да, ведь? А, не будут. Так-то можно было бы фармить с ABS, но эта ж хуйня, походу, не работает нихера. На пустых румах. Не похоже, что она работает. Вот я говорю, что пустой не будет, поэтому это очень печально. То есть даже с этой хуйней ты не пофармить нормально. Охуенно. Ладно. В данном случае повезло, но вот типа вот такая хуйня может быть в Усхаруме. И типа, что там делать, я не знаю. Там делать, очевидно, нечего. Привет, пиксел. Меч на Азазеле. По-моему, не важно на ком. В чем отличие? У тебя типа меч, что на нем, что не на нем, будет. Просто будет меч. Наверное. И все, наверное.
Если хочешь меч, берешь меч. Не хочешь меч, не берешь меч. Так, вопрос. Найду ли я 7 копеек там? Наверное, это возможно. Явно, я думаю, с кнопки их не найду, по крайней мере. А, это мало. Что я могу найти с мешка? Даже если там будет 3 бомбы, это все равно, наверное, будет невыгодно. Пилсы, может быть, B3, но, возможно, активирует эту хуйню. Возможно. Возможно, не активирует. Если там будет B3, если он поломает, блять, этот глазкин, я нахуй сгорю. Я ж просто нахуй сгорю. Три копейки. Слушай, я почти уверен, что типа B-Trip, он по-любому поломает этот ебаный глазкенон. Я почти уверен, что такая хуйня будет. Вот, типа 20-20 он мне ломает глазкенон. Маленько. Хз. На будущее. Хуёвенькое будущее это получается, с 1.8 дэмэджем там. Такое себе будущее. Блин, как же надо было брать ту Пандору. И, типа, я даже не знаю, где секретка, что самое хуёвое. Типа, нет вообще вариантов очевидных. Вернее, варианты-то есть. Тут, может быть, наверное, в той руме тоже будут, типа, это, блядь, бред. Так искать и тратить деньги на это. Хотя мне ключ, по идее, нужен, подожди. Ключ нужен. Ключ все же, наверное, нужен. Попробуем тут взорвать. Ну-ка. Вокруг да около, да? Все не хватает. Все ближе и ближе. Все не хватает, сука. Ой, бля. Надо было бы худо мешок не покупать. А там было 3 копейки, по сути. Но все равно было бы, наверное, невыгодно. Ладно, мешок, видимо, покупать не стоило. Ну, ключ, можно, спасет. Надо хотя бы избавиться, типа, от этого. От глазкенона хотя бы. Это самая пока что главная угроза в этом районе, это глазкенон. Это прям совсем плохо. Это все не активирует нихера. Так. Увидел. 3 копейки, срочно. 3 копейки, камон. Спаси меня. Спасибо за хп, по крайней мере. Ладно, уже неплохо. Чем пошел в узкую руму? Вот это хороший прок. Вот тут надо фармить, лол. Наверное, да? Тут надо фармить. Пытаться. Оно один раз прокает или... Или чё? Типа все? Больше не будет проков? Один раз в руму? Серьезно? Или там по таймеру? А, от урона. Бля. Скучные айтмы. Хуёво. Фу, вы что гоните? Я что, опять что ли не смогу найти? Ага. Ага.
3 копейки, камон. 3 копейки. Господи, ну и травля. Окей. О, мы спасены временно. Хотя бы этот Глазферона. Хорошо. Так, все. Там две по цене одной. Надо забрать. Где они были здесь? Здесь. Блять, я рискую. В пизду не хочу рисковать. Насрать на ключ. Тут попробую, возможно. Мне кажется, я сейчас наебусь, по-моему. Не, нормально. Норма. Типа сейчас лампочку хер активируешь. Я вот что подумал. Вот реально хер вообще ее активируешь в этой игре теперь. Стоит ли вообще не думать. Фу, я свободен. Ох. Приятное ощущение. Больше нет Глазкенона. Старспирин это может быть. Сейчас подумаем. Окей. А тут Имперор. Румы чистить? Ну, как-нибудь зачистим. У нас есть IBS. Будем, видимо, им чистить. Там диарея всякие, типа, это... Странные эффекты. Типа, это... Говно-аура, которая это... Бахает. Тоже, наверное, может в теории прохнуть, наверное. Ну, 1.8 дэмэдж, да. Это похоже на 1.8 дэмэдж. Ага. А. А! Опа! Синергия. Здорово. Это ж синергия. Так, надо, видимо, эту активку оставлять навсегда теперь. О, это кайф. Это ж шикарно. Отлично. Да-да-да, у меня есть синергия с Трингетом, потому что это я уже видел, да, у меня там типа хп было. Почти сразу же, с этой херни. И теперь еще синергия с активкой, лол. Кайф. Ну, тогда не так все плохо. Тогда не так все плохо. В принципе, самый худший эффект я могу контрить. Получается, с этой, правда, если я так всех посменю, то будет печально. Диарея, получается, контрится спокойно. Да, наверное, вот эта вот опасная хуйня, по-моему. Она, по-моему, бахает, да? Да, вот она бахает. Вот эта вот опасная какашка. С ней нужно аккуратно. Тут, короче, вот это опасная хрень. И диарея. Все остальное вроде плюс-минус пох. Вроде. Это нормальная какашка. Опасная какашка, да. Дожили. Ай! Какашки стали опасными. Ладно, они были всегда опасными. Я с ними стрик сливал. В лучшие годы. Они были всегда опасными. Найс. Mm-hmm.
Угу. It's like she's fucking five. Всего 100 рублей в сайте. Один аниме послал реквест. Ура, аниме. Кто хотел аниме? А знаете, нет, что-то мне не понравилось, что он делал на Blue Baby. Я теперь его брать что-то не особо хочу, честно говоря. По-моему, он не особо нужен, этот магнит. Вроде. Не такая с него большая польза в среднем. Не, там 9 вольт в автомате и 4-5 вольт в магазе. Там разные айтемы. Ну не похоже, да, маленько. Яйкс! А, БТ у меня была скорость минимальная, кстати. Ебать, это бустард просто топовый. То есть, подожди. Это минимальный дэмэдж, минимальная скорость. Фига себе. Забавно. Забавный старт. Это, блядь, ебать, удача, конечно, сегодня на эти старты. Статы. Это редкое явление, чтобы у тебя было две минимальные статы прям. Причем вообще минимальные, типа 2.5 дэмэдж и 0.85 скорость, это типа минимум, это прям кап нижний. Охереть. Когда проходить? А, окей, хорошо. Охереть дэмэдж. Ой, господи, 20-20. Так, хорошо. Да эти бомбы не взрываются, это не мои бомбы. Это чужие бомбы. Понял. Опять-то хуйня. Это было бы сильно веселее, конечно, без моей активки, я думаю, да? Это было бы сильно веселее. Ура, шот спидап. О бой. This test, yeah. It was like lowest cap on both speed and damage. Rewild. Ага. Так. Что с ним можно сделать? Ничего, по-моему, не сделать. Типа, даже если будет Сакрума, буду ли я ее прокать, учитывая, что у меня уже 5 хп сверху есть, поверх красных. Не думаю, что я ее прокую. Может, какой-нибудь автомат будет или мальчик? Не будет. Наверное, в First Room можно зайти. Наверное. Тоже, блин, хп сливать лишний раз. Такая. Есть разница между статами и предметами, которые дают в начале. Типа, хороший метод, плохие статы. Нет. Это просто рандом. Все полный рандом. У тебя могут быть хорошие айтемы и статы хорошие. Могут быть плохие статы, хорошие айтемы. Могут быть хорошие айтемы, плохие статы. Короче, а может быть и то, и то. У тебя может быть какой-нибудь Айзек Харт. Один хп и типа нет тирейта, нет дэмэджа, нет нихера. Нету ничего. И все еще на одном хп. Такое тоже может быть запросто. Типа я уже всякое видел. Просто как карта ляжет. Блин, скорость, конечно, просто уничтожена. Таблетки. Таблетки все еще трахают, когда не надо. О, это хорошо.
Я говорю, стеклянная пушка теперь это жесть. Столько появилось новых айтемов страшных на старте. Типа алабастер бокс, который тебе не дает брать солхарты. Пуша, которая тебя дамажит на 2 хп, от нихер делать. ИБС, который прокает всякие диареи, хер пойми где. И зачем. Просто жесть. Эти новые сои, типа еще ладно. Типа новая соя еще вроде более-менее снижить можно вроде. Реально, столько всякой херни понаделали новой. Что реально, типа эта диарея тебя просто убьет. Типа у тебя вот, представь, у тебя одно хп старт, тут же первая узкая рума, и в ней у тебя прокит диарея. Ну, классно. Удачи это доджить. В узкой руме диарею, еще если там враги будут. Это ж просто беда. Потому вот из-за этого старики, возможно, станут короче. Только из этих новых тупых айтемов. Ебать ты, снайпер. Еб твою мать. Я троллю. Я пиздец троллю. Ладно. Давайте их взорвем. А. Ага. Конечно, возможно, в узкой руме есть исключение для диареи, но я не думаю, что они об этом так думали. Скорее всего, им насрать, очевидно. Никто там ничего не предугадал, что такое может быть. What is the second item next to glass cannon? That's IBS. As you can see, probably, right now, I shoot some random poop sometimes in active rooms. That's what IBS does. It gives random shit procs. When you like do some damage. But they can give you like diarrhea, like this kind of stuff. So very fun item. Pretty scary item. Осторожно. Осторожно, говорю. Опа. Опять аура из взрывного говна. Блять, это брать не стоило. Ну, ладно. Тимухи не помогут, а вот хп это надо беречь. Не стоит сейчас сливать хп. На всякую хрень. Правда, я мальчика буду, наверное, фармить, наверное. Наверное, буду фармить. Потому что надо что-то в этом районе исправлять срочно. Все очень плохо. Кин? Он умер? Может, он умер? Здесь он умер. Оп. Я знаю, потом игру, что надо его, по идее, фармить. Просто он очень дорогой, это минус. А, ну конечно, хп. Ладно, деньги. Бля, теперь, возможно, стоило фармить того дебила. Ну хотя ладно, он сделку дает шанс повышенную. Все-таки сделка, сейчас, наверное, нужнее, чем проки этого мальчика, который за баблом. Ну-ка. Господи, магаз куда запихали далеко. Так, еще нужен магаз хороший, желательно. Это хорошо. Гридом? Возможно. Тут уже кейс вам, грид вполне себе возможен. Я его даже добить не могу. Я его добить не могу, сука. Какой пиздец. Что это за дэмэдж? Просто ужасно. Это дает за зелья на руму. Наверное, да, это реально грид. Как в воду смотрели, а. Ясно.
Ну, Азель, по идее, плюсово. Там вот дэмэдж больше хотя бы, немножко. Немножко побольше. Ага. Диарея своевременная. Сит интересный, скажем, по меньшей мере. Любопытный сит. Причем, можно сказать, что типа 20-20 демешап, по сути, это ну нихера даже не демешап пока что. Потому что ты один хер марашь порой, типа получается тебе демеш даже меньше в среднем, может быть, чем они больше. Ну ладно, наверное, чуть-чуть все-таки больше на демеш, наверное, чуть-чуть. Все-таки. Немножко, наверное, больше. В среднем. А, я плаценту, господи. О боже, не буду. Я же сейчас не буду фармить плаценту. Я же не буду это делать. Или буду. Бля, может буду. Твою мать. Nah, I will play it, just don't wanna like waste my health too much. This run is not like that great yet. To lose health for not like guaranteed payout. But we might need to proc placenta. It is disgusting. It will take forever. To like wait to the regen. It's awful. Oh my god. Okay, that's pretty cool. Так, ангелы. Тирейт. Хотя бы тирейт. Странный ИБС, но пока так и получается. В основном. Не здесь. Poops from IBS. That's a right to the glass cannon item. Second on the left. Не, IBS сейчас полезный. Спасает то, что у меня это. То, что у меня детонатор. Потому что без него, я думаю, уже было бы все сильно хуже. Потому что там диарея прокает через каждую руму. Я бы точно от него бы где-нибудь въебался бы, я уверен. А тогда, пока типа норм. Возможно, если я активку не буду менять, то будет норм. ИБС. Розари. Thank you, Розари. Who would have thought? Деньги, это деньги, да. Ну, беда в том, что там, возможно, были робы. Вместо этой хуйни. Это не факт, конечно, но возможно. Возможно, там были робы. А так получил Библию. Ладно, возможно, это теперь я что-то другое вижу. В другом месте. Чё ж поделать. Ну ладно, хорошо. Это будет такой ран. Это будет такой ран. А, еще и блайнд, естественно. Куда же без блайндов в таком говноране? Я никого убить не могу. Я никого не могу убить. А, еще и дангдев, да. Охуенно. Пиздец. Ты, гора, хочешь меня убить. Стенка. О, Азазель. О, 3 дэмэдж!
Вау! 3 дэмэдж. Господи, дайте мне зазелен на постоянку, камон. Ставьте мне его. Это на одну руму. Один минус этой ситуации. Кликер? Не, кликер же может сделать софтлок. Ёкай. Там же это братья, по-моему, софтлочат игру, вроде говорят. Да и один хер, типа, кликер, это сильно опасно на этом. Все еще. Тут ран, типа, плохой, но он не безнадежный, очевидно. Он вообще ни разу не безнадежный ран. Опа. Кайф. А это, возможно, в тему. Братья, я не помню. Диман говорил какой-то там софтлок, я не ебу. Я не тестил. Якобы там какой-то софтлок. Да, фагон тоже софтлочит. Возможно, это в тему. Возможно, это реально в тему. Еще надо было брать, кстати, и это. Стоп. Брать браслеты, пока было зайдено, надо было эти черепа чекать, ну ладно. Хам кидаться, так и же этот. Ломается тут же, нет? Смысл. Не, у меня это активка, чтобы контрить диарею. Анти-диарея нужна, тринкет. Тринкет, активка. Я... Короче, вообще не могу менять активку никак в этом ране. Потому что диарея меня нахуй убьет с такой скоростью. Вообще без вариантов. Точно не выживу. Кто может тут мне сделать плохо? В принципе, почти ничего. Кроме одного айтема на букву И. Это не он. Даже он, возможно, в принципе, не так плохо сделает. Это будет DPS up as a hard. У него там крипи, 8 дэмэдж слезы вылетает. Нашел бук? Какой бук? Аккуратно. Так, Азазель опять. Надо было лететь за... Классная рума. Классная рума. Так, все, пошли. Где больше всего камней? Раз, два... Не, тут я и так смогу это сделать, подожди, я троллю. Мне нужен полет. Скрета, посмотрите, который регент, что-то там делал. Что-то делал в ашпите, если ты игру прошел, что больной. Не то. Если один из них восстанавливается, а последнего ты в тоназе убиваешь, первый не умирает. Тока. Неплохой баг. Типа софтлок получается. Больше софтлоков, богу софтлоков. Эмплюс. I'm lazy. Should be fine with 3 damage, lol. Just get in here. Wow, he's low. Ай! А! Тоже, да, работа такая. Кайф, то есть я все могу контрить, да? Упс. Найс тайминг. Ха-ха-ха!
Затаймил, затаймил, как боженька. Охуеть. О, сделка, блайнд. О, хп ап, найс. О, еще хп, о, Серафим, найс. Так, это что? О, Magic 8 Ball, окей. О, Temperance, найс, люблю рандомные таблетки жрать, обожаю. Так, ну как бы нету смысла не фармить, да? Потому что у меня тринкет, Вилениум. Тринкет дает шанс на проката зеля на руму. Нету смысла не фармить, давайте фармить. Правда, не знаю, что я могу найти. Потому что я точно беру... А хотя, блять, у меня кардридинг, я, может, не беру Имперор? Я, может быть, не беру Имперор, я, может, понадеюсь на кардридинг. У меня 6 хп красных. Танцан автомат. Я думаю, с собой забрать Имперор, на самом деле. Вот что я думаю. Спидуп. Тоже правда. Сложно. Hello, Фредок. DPS up. Имперо сходит, ну я вот о том и говорю. Возможно, конечно, нихера там не будет никакого Имперора, в этом-то вся и проблема. Плохо, что это не грид. Господи, ну и ран. Беда. Ну вот я ищу. Я его ищу. Этот самый Magic Mushroom. Left back, I mean, I might take Sun card with me. TBH. Do the same. Oh my god, fucking boss of steel. What am I doing? Because I can get like Emperor card from the card reading in the chest. I might need Sun card more than Emperor. Technically. I don't know. This fucking run is not going anywhere. Currently. Надо вернуться за детонатором, хотя ладно, у меня типа там есть Pulse of Steel. Я переживу. Сундуки такие себе. Таблетки есть. Но я типа уже ел спиддаун. Наверное, в теории еще можно угореть, наверное, с тирсдауном, да, наверное? На все остальное пофиг. Я думаю, этого не стоит, наверное. Кошка тоже, блядь, того стоит. А вот диарея подъехала без детонатора. Спасибо. Розовая тварь. Успокойся. Это кошка. Это кошка. Это будет минус сколько хп? Минус 5 контейнеров. У меня есть Boss of Steel. Не проигрывает на одном хп с 2 демеджем, она проигрывает. Если вдруг я реально въебу все хп потом где-нибудь, это минус санкарта будет. Все-таки, наверное, я беру санкарту с собой.
Наверное. Блин, если будут, конечно, они первые, все будут обидно, конечно, наверное. Бен и Шипы, да не. Там была сделка, тем более. По шанс что-то там получить нормальное маленькие. Ладно, надо съесть Boss of Steel. Где я съел Boss of Steel? Господи, ну и Сид. Правда, есть еще один момент, что я, возможно, все-таки хп-то потрачу красное. Тогда будет санкарта тоже полубесполезная, если я там... Типа одна хорошая сделка на дьявола, и у меня будет минус 2, 3, 4 контейнера спокойно. Тогда типа нахера мне эта санкарта? Кошка, потому что всегда кошка прокает с этого. С розового чудища. Господи, как его зовут? Супер Прайд. Супер Прайд дает всегда кошку. Там нет других дропов. Урон охуительный. Ладно, рискнем. Просто сделка, возможно, еще будет с Крампусом, да ведь? У меня еще не было Крампуса. Так что у меня вполне реально возможно останется. Машина кидает хп, да нахуй. Мне хп надо оставлять, камон, у меня билда вообще нет. Типа шанс на скорость, он не самый большой. Мягко говоря. Это надо брать, к сожалению. Это типа опасно, но это огромный DPS ап. Это огромный DPS ап. В этой ситуации. Ну вот, можно пора выкидывать трипит, потому что по Мазель работает странно, да? Иногда. С этим фрукейком. Найс, телепорты. Все, телепорт слезы фрукейка, я ничего не понимаю, откуда они. Чё это за эффект? Странная хрень. Это наверное выкидывать это зелье, наверное. Потому что я не доверяю Бриму. Брим фруткейк на зелье это опасная хрень, по-моему. Потому что он довольно короткий. Звучит стрёмно. Окей, фрукейк вроде спасает. Судя по всему. Фрукейк норм. Чисто соя. Было бы весело. Опять телепорт. Очевидно. What? Да чё меня задамажило? Впрочем, не важно. Ну что, ждем чест скилл на 1.8 дэмэджа. Это будет, наверное, новый рекорд, наверное. Пока что. Таким дэмэджем в чест идти. Привет, робот Брауни. Спасибо за удачного стрима.
Все-таки ел. Ел. Окей, о, красная мать, шикарно. Ну, торт, вот я надеюсь, что он хочет. Я на это и надеюсь, потому что больше надежды нету. Ни на что, в принципе, больше надежды нет. И, скорее всего, сейчас я буду юзать телепорты сразу, наверное, если будет телепорт на босса. Да, я пробовал, потому что мне сказали в чате, что, типа, патч был там, типа, недавно, и он все починил. Я почти чат поверил. Там, типа, раз он был мертвый, но я решил проверить, и... Каково же было мое удивление, то есть не удивление, что нихера не починили. Ну, вроде починят. Говорят, починят. Когда-то. Так что ждем багфиксы. Которых пока еще особо не было. Ничего пока толком не чинили еще. Записи, наверное, на ютубе. Там можно найти. Там есть плейлисты на ютубе. Там будет что-то... Что-то уровня Repentance Unlocked, наверное. И там можно найти. Где-то в списке. О, Emperor номер раз. Телепорт пока вроде далеко куда-то. Далекий телепорт с видом. Вверх или вниз? Наверх. Бля! Щупальцам. Зажимают. Пух. Штуки дамажат, да. Щупальца очень даже дамажат. Нихуя себе. Это был пиздец подлый мув сейчас. Охуительно подлый. Ебать, красиво. Ну, что-то я чую, санкарта пригодится такими темпами. Еще ой-ой-ой, как она пригодится, санкарта. Тринку на удачу. А! Я троллю, да. Я вообще ее не видел. Согласен, да. Надо брать, конечно. Чуть-чуть должно фотки чего усилить, наверное. Немножко. Опа. Вот это вот хорошая фотки. А, причем это баг, лол. Это, видимо, Serpent's Kiss, он дает почему-то хп дропы. С фруткейка, а без фруткейка не дает. Бред. Как так сделали? Точно. Это же баг. Но бах нам приятный. И это не сюда, окей. Окей. Ну давай, это что будет тупик? Я пойду в другую сторону. Господи, Дюк. Пора у Дюка, по-моему, модерку отбирать. Всем уже с ума сходит человек с этими командами. Дублирование кода зло, я сегодня кисти. Там все зло, там нет добра. Одно сплошное зло. Я вообще ему дамаж не буду нанести. Ты можешь жопу свою дать, пожалуйста? Я вообще его не дамажу, сука. Что за хуйня? Надо бомбу, походу, использовать. Я бы так. What the fuck? Найс проки. Охренеть. Ну-ка.
О, господи. Ой, тирейд. Хорошо. Хорошо. Окей. Окей. Нормально. Вроде мы в порядке. Охренеть. Последний вагон залетели. Ангельский. И броки IBS усилились, потому что шедевр стало больше. Господи, what the fuck? Куча таура, которую нихуя не видно. А, ну вот он. Окей. Окей. Хорошо. Теперь, очевидно, не будет, конечно, импера в чисте. Как назло. What do you mean how I got Angel deal with Sacred Heart? Изи. This good Angel deal. Ох. BBF, of course. Of course it's gonna be BBF. Окей, okay, это Импера, хорошо. Хотя, подожди. Это же Мейс. Это же не будет, да, Импера? Это же по-любому будет не Импера. Так. Очевидно. Вопрос, куда это? Это не сюда, окей. Okay. What the f... Come on. Да... Куда она меня нахуй запихала? Господи, ебаный, блядь, этот Мейс. Какая залупа. Куда это? Может, это налево? А! Окей. Господи, какой идиотизм. What a fucking run. Окей. Да, сам карта все-таки у вас не нужна, но... Может быть, была бы нужна. Типа... Это да. Это хорошая комбо. Под конец. Это два хороших айтема. Особенно друг с другом. Неплохо совмещаются. Ну-ка. Так, давайте, маленькая пауза, и может еще поиграем маленько.